Она не умеет заваривать растворимый кофе. Бариста. Ну все, заплакали. Хочется уже спать. Ну, в кровать лечь и в Геншин играть. Чё, да, я взрослая жизнь. Чё делаем-то, вот это? Всем привет, это новый влог. Он такой солнечный, начинается с такого солнышка. Сегодня расскажу, как я живу месяц одна. Без родителей, я жила с родителями. В другом городе, в Москве. Вот, оставайтесь со мной, подпишитесь на телеграм. Сейчас, кстати, 2 часа дня. Кайф. Вчера сходила на работу, все просто вывалила, ничего не хотела делать. И началось у меня утро грустно, вот что хотела рассказать. А Алиса, это моя подружка, дарила мне красивый бантик. Она взяла со своих наушников и прикрепила мне сюда. И что я узнаю, что его нет в моей сумке, я плакать буду сейчас. Реально, вот это кадр. Сейчас телефон упадет, мне пишу так очень грустно. Это я как чучело здесь сижу. Это было что-то памятное. Посмотрите на мою, во-первых, вещи, мою полку. Вот, такая у меня здесь полочка. Это сувенирчики, которые я купила своим подружкам. Привезу в Уфу. Там я жила раньше. Это с моей поездки в Питер. Напоминание о том, какая я добрая и беру все листовки. У меня вся сумка была в них, остальное я выкинула. Это мне подарила девочка, которая... Вам интересно? Если нет, я напишу минуту, на которую нужно пролистнуть. Она подарила мне украшение очень красивое. Я показывала в телеграме. Вот фоточка. Вот это все было вот в такой коробочке. Конфетки, чай. Я, кстати, забыла про него, наверное, выпить. Коробочка с наклеечками всякими и фоткой. Что это? Это билет. Адовый билет. Боже, никогда не покупайте билет на папе билет. Что за стрём? Что это? Это выставка, на которой я была в Петербурге. Стаканчик, который разрисовали мои коллеги. Я работала баристой вообще в «Мама варит кофе». И вот перед отъездом мне разрисовали так стаканчик. Карточка, которую мне подарила еще одна подружка перед отъездом, Эмилия. Она сейчас тоже в Питере живет, возможно, я с ней встречу. Тоже сувенирчики с только Москвы. Тоже какой-то билет, не помню куда, откуда. И вот такая вот Диана подарила. Тоже билет. У меня так много билетов, что все падает. И вот этот брелок мне подарил его друг. Представляете, сам сделал, я не знаю, что за пятна. Вот мой чехол здесь. Здесь наклейка от серфа. Здесь у меня наклейка от мамы варит кофе, которая стерлась, я сперла. А вот тут вот тоже наклейка, которая подарила Диане. Дима написала. И вот эта девочка, которая подарила мне украшение. Мне не 20. Мне 27. А вот такие у меня дела. Знаешь, очень много вещей на стирку. Сегодня такие планы, знаете, мамаши. Итак, сейчас будем мыть голову, потому что хочу сегодня погулять где-нибудь, знаете, в сквере, который рядом находится, поговорить с Дианочкой по звонку. Поэтому я должна быть сегодня... Ну, я хочу сегодня выглядеть красиво. Вот. Помыла голову сегодня и еще раз потом вечером, чтобы завтра быть с чистой головой на работе. По поводу работы, у меня тоже очень много чего сказать. Во-первых, там ужесточили все правила, и я больше не хочу там работать. Вот такие у меня новости. Не знаю, что я буду делать. Первая смена мне не понравилась. Знаю, что это очень тупо оценивать по одной единственной смене. С учетом того, что там есть кое-какие моменты, но все равно. Вот такие вот. Все домой, все в кумру. Насчет самого переезда. Ну, начинается с такого разговорного видео, но, наверное, это было бы интересно, как больше тем, кто за мной уже следит. Во-первых, я как приехала с 4 августа, мы сняли эту квартиру с вот такими вот обоями. Они меня очень сильно раздражают, да и она тоже. Ну, это такое впечатление о квартире. Нам скоро платить еще раз за нее. Это просто, я не знаю, сколько там выйдет за воду. Я начну с того, что я не жила одна так долго. Как бы с мыслью о том, что мне нужно обеспечивать саму себя, работать. То есть я взрослая. Не знаю, очень странные чувства. То, что ты сразу же отдавилась от всех своих друзей, с которыми ты была раньше. Ты была в городе, где знала все.
куда тебе нужно, какой-то автобус, трамвай, не трамвай, такси, не такси. Здесь же ты ничего не понимаешь, тебе нужно ходить по картам. И дай бог тебе поможет эта локация, геолокация, потому что ты находишься в центре, а по картам ты дома. Вот такие вайбы. Я очень скучаю, ощущение, что с переездом... Ну, я как бы со всеми общаюсь, но как будто я теряю связь с ними, и не хочется, чтобы я с ними переставала общаться. Очень грустно. Ну все, заплакали. Мне не хочется как-то заводить новых друзей, потому что это опять нужно по новой все. Не знаю, они все были для меня такими родными, такими хорошими. Ну все, хватит. Хватит. Не останавливаются. Представляете? Ресницы наконец-то отпали. Хотела уже тушь начать краситься. Ура. Давайте начнем убираться, окей? Сейчас буду переодеваться, натяну вот такие штаны. Не важно, что мне очень жарко, мне просто не нравится этот лук. У меня больше одежды нет, она придет только завтра. Вот такие штаны. Вот такую сумку, кстати, взяла, пока болела. Это стайл, это вообще модно. Также я встречалась с девочкой, чтобы вязать у нее. Ну, мне показалось это прикольным, потому что это скейл, это обувь, все дела. Вот. Она мне подарила вот такой брелок, не просто так, чтобы я могла ориентироваться, чтобы все было одинаково. Вот. Это я вообще теперь на хайпе. Ненавижу этим всем заниматься. Я проклинаю это. Там не высохло большинство вещей, поэтому не вижу смысла даже стираться, потому что места нет. Еще, кстати, вот резинку мне Дана подарила перед отъездом. Тоже воспоминания. Поэтому сейчас я буду убирать всю грязную посуду, всю чистую посуду, готовить салат. Знаете, какой буду салат? Вот такой готовить. Это сейчас покажу, что для этого понадобится. Кукуруза, курица, возможно, сметана. Подумаю. Помидоры, остатки, это я уже съела. И листья салата, но им как-то плоховато. Еще сыр. Посмотрите на наш дизайнерский длинницы. Так и задумали. Думаю, сначала разморозить мясо. Пока оно будет жариться, я буду готовить все остальное. Это самое логичное. Обзор по кухне. Покупала вот такой сироп от кашля. Он правда помогает. Не знаю, можно советовать такой. Но это все на травах, все вроде бы натурально. И в аптеке мне без рецепта продали. И вот эти вот пряники. Это просто самое лучшее в моей жизни, что я ела. Они такие большие. Вот. В форме сердечек, звездочек каких-то. Ставим скорую разморозку. Сколько там грамм? Ладно, вот так. Пока разгребаем весь этот хлам. Яйца закончились опять. Мы их очень любим. Вот такие самые вкусные, которые мы нашли пока что. Остальные, они все ужасные. Купили муку. Ура, мясо готово. Ну, только что пришло сообщение, что мои посылки приехали с одеждой. Вы понимаете, какой кайф? Это сегодня получается день контента, реально? Все вещи мы отправляем с Яндекс.Доставкой. Яндекс.Маркет, и он мне прям... Прям вот тут вот находится, очень удобно. Итак, начинаем с самого отвратительного. Нарежем мелкими кубиками. Они у меня и так по кубику, но недостаточно. Недостаточно мне такого. Еще вообще-то надо помыть, потому что мне противно так это кушать. Мои помидоры. Накрываем крышку и уходим. Наверное, в контейнер у нас больше нет ничего. Какая красота. Можно и так поесть. Это готово. Вообще, я не люблю кукурузу, но почему-то я очень захотела ее. Сейчас открою как-нибудь еще.
это салат с... Это кукуруза с салатом. Сыр остатки. Пока что это выглядит так, но я бы добавила больше сыра, больше зелени, если бы у меня была. По рецепту еще горчица идет. У меня нет горчицы, у меня есть только сметана. Как думаете, вообще нормально добавить сметану вот в это? Или нет? Получше выглядит. Сейчас буду мыть голову, чтобы быть сегодня красиво, чисто для себя. Ой, я такой условие на самом деле. Не справлюсь. В каких обстоятельствах я нахожусь? Сгорбилась, я пока помыла голову, нанесла бальзам. Сижу, жду, подумала, не буду я мыть завтра голову. Вообще, что ли, прибалдели, блин? Припухли. Не буду я ради этого мыть голову. Привет, Волк! Сегодня я показываю вам свой макияж. Даяна спит, я не могу посушить волосы. Она сегодня устала в 5 утра, поэтому я начну... Ну, пришла, во-первых, помыть спонж и брови накрашу заодно здесь. Пощипала, кстати, недавно. Вообще, супер стали, потому что я их не воспринимала. Они у меня слишком толстые, мне пришлось рядить их. И то они вот, видите, длинные, как я щипаю. Так вот, поднимаем. И щипаем самые длинные волоски. Получается красивенько. Очень много сигарет у тебя под душой, пропали. Садись. Вот такие. Кайф. Хайп. Плюс вайп. Даяна проснулась, но я, наверное, не буду снимать макияж. Ты знаете, на отдельное видео аж тянет. У меня зарядки уже нет. Как буду готова, покажу, что делаю. Что Даяна говорит? Она не умеет заваривать растворимый кофе. Бариста. Просто молоко с кипятком мешает. Что это вкусно. Пить американо. Мне Даяна сказала, если я заварю ей кофе, то я могу съесть эту булочку. Сейчас покажу, где она. Господи, молюсь на нее, очень вкусная, как и на эти пряники. Вот такой грязный макияж получился, типа веснушки, типа не случайно, вот это вот случайно, не случайно, и случайно, вот. В последнее время очень популярный Пимс почему-то, очень хочу туда. Тут реально есть творог, покупаю в Пятерочке. Здравствуйте. Спрашивал. А нет, просил, чтобы я громче говорила. Боже, посмотрите на это. Лук готов. SOS. Не нужен еще. Даяна еще не выбрала, стоит там, стоит. Ждем наш лифт. Ура! SOS. Я забыла про влог, вот мы пришли на Яндекс.Маркет, забираем мои штуки. Я снимаю на место. Закрывайте там правую. Или вот это, вправо, а там влево. У Даяны очень странно работает мозг. Она не может понять, как открывать и закрывать двери. В какую сторону крутить все. Как-то непонятно. Короче, приехало мне 5 пакетов. Сейчас будет обзор. Футболка альтушевская какая-то. Да, вот такая. Дома носить. Футболочка Лямкина тоже дома носить, потому что мою она засрала. И шапка Бини, чтобы быть крутой осенью. Hi, British Vogue. Все, Сема пришла. Залин, дай мне поносить свои вот эти вот. Вот такие ботиночки. А лучше вообще отдай. Они
не прям удобные, но красивые зато. Ой, моя любимая SB-Free, брала его в каком-то году. Хоть оно и тяжелое, но этого стоит. Поэтому, если увидите, SB-Free, покупаем. У меня размер, кстати, сейчас XXS или XS, все равно большой. Еще один пакет. Они мне не положили шарфы, потому что забыли, и пиджак. Это с H&M, такая вот очень классная жилетка. Тоже дома носить, потому что она вся в карточках. Ну, не знаю, возможно, и на улицу надену. Без разницы мне. Вот такой пиджак, платье с ВБ. Покупала на выдачу диплома. Чтобы было. Футболочка. Боже, она мокрая. Она мокрая. Она тоже моя любимая, мне она нравится. Вот такой лонгслив черный, дома носить. В основном здесь вся домашняя одежда. Пакет с лекарствами. Вот что мне надо. Потому что как приехала, сразу заболела. Посмотрите, что это. И мой скетчбук. Тема. Мой стакан, вот кофейный такой, с всякими прикольными принтами, у меня в Эсаргино остался за городом. Поэтому я Ляна дала мне свой. Скребал гуаша. О, моя любимая матча. Привезла, блин. А ванильный сахар оставила. Заказывала целый килограмм, по-моему. Ладно, не буду говорить лекарства, потому что... Не знаю, можно, нельзя. Скетчбук буду рисовать. Я очень ждала его. Я думаю, вау, буду той самой. У меня даже рисунки здесь есть. А ручки нет. Это я на Цуме рисовала, Диана, даже видео есть. Так, на канале, где угодно. Так. Чай. С малиной, как я люблю. Я обожаю малину. У меня такой же Грин-филд, я его купила. Вот. Еще один чай. Черный чай с ароматом спелых ягод. Я обожаю черный чай. Ну и смородину тоже. Ну, я не люблю зеленый, вот чисто черный. Мои любимые. Тяжелый люкс. Еще один шоколад. Как мило. Очень мило. Все. Распаковка окончена. Ликбез. Она меня спрашивает. Залина, твоя лучшая подружка? Ну, я такого вопроса еще не задавала. Нет, не лучшая, ДМ. А кто? Соседка просто. Сейчас попробуем этот чай от Кёртис с малиной. Твоя любимая малина? Угу. Ненавидит. Я не только малина. Смотрю, короче, фильм. Как называется? Через год в этом я в чашке. Не какая-то попрошайка. И для того, чтобы кормить богачей из Сити. Но ты из-за них выглядишь слегка... Мой чай прячет. А, это тебе мой чай? А что у нас тут 10 чаев будет стоять? Место ОПСО. Все по голове. Жалко, что не по голове, да, я. А? Ничего. Что ты делаешь? Что ты каждый мой шаг снимаешь? Что она делает? Убираю в холодильник. Что, сейчас собралась? Две плитки сожрать? Все съем сейчас. Ой, не могу. Я в шоке, что у меня так вкусно получилось, что я на глаз сделала. Это же салат, это не торт. Ну что? Ой, боже, могла бы порадоваться. Я же порадовалась. У-у-у. Спасибо. Пошла разгребать этот хаос там. Нет, 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 нет. Что такое? Таяна, смотри, что есть. Безлактозку купим. Так, я уже собралась. У меня новый отфит, потому что на улице как-то холодно для майки. Угу, осень уже. Сейчас у меня тут в холодильнике шоколад есть. Не помню, не знаю, где нашла. Такую хочу. Там дебилы какие-то на улице бегают. Ради этого шоколада сделать.
много. Что у меня хвостик упал немного. Я не такое делала. Мы вообще вышли на улицу, потому что хочется подышать свежим воздухом. Я бы позвала Даяну, но я еще буду разговаривать с Дианой, мамой, еще кому. Возможно, больше ни с кем. Вы знаете, такие долгие разговоры, поэтому... Да. Сидела, болтала с Дианой, я не знаю, сколько, часа два, наверное. Вот пришла Даяна с анпакингом Амазона. Вот такие у нас теперь крутые тапки. Наконец-то! Все носки себе уже от этого дома хайп-хаус испачкали. У нас полы не моются, они постоянно грязные. Да. Хоть 10 раз помой, все равно грязные. Да. И еще масло, чтобы ногти были крепкие. Полуевская нам звонит. Алло. Уже прохладно становится. Озорная. Я еще думала маме позвонить, не знаю, она уже, наверное, что-то спит. А? Мне не хватает Дианы в жизни. Очень скучаю. Ничего не поняла. Просто так, да, я? Смотри, как красиво. Аня сейчас, блин, распаклась. Почему? Смотрите, уже осень какая-то началась. У меня в голове до сих пор август. Даяна болтает с Аней, я сижу, вот тут жду ее. Но что уже все, холодно. Сейчас придем домой, не знаю, что буду делать. Завтра опять на работу. Я просто вспоминаю, с какой радостью и с каким настроем я шла на работу на ЦУМ. И с каким здесь. Здесь я говорю, не. Остановить работу. Пусть мне деньги капают просто так с небес. Вот так вот. Деньги. Ладно, пусть все будет просто бесплатно. Я готова на это. Зашли в магазин, фиатик чаю, что-нибудь туда Яна не может. Ой, давай ткани возьмем, это нам всем. Вот оно, кстати, с карамелью должно быть. Не с какой-то ногой, но, короче, не с арахисовой пастой. Берем. Очень трудно всегда выбирать, что поесть, что, в принципе, приготовить, что к чаю. Вот так ходим по магазину, ходим час и уходим. Мы берем с апельсином. Вот такие у нас покупки. Что, творог, молоко. Такие базовые вещи. Сейчас еще в банк зайдем и домой. Сейчас даем свои деньги, да? Достанет. Чтобы на карту начислить, потому что у нас вот оплата за квартиру скоро. Надела кофту, потому что нереально холодно мне стало. Хочется уже спать. Ну, в кровать лечь и в Геншин играть. Че, даем взрослая жизнь? Что делаем-то, вот это? А что, по какому нахуй QR-коду? Приложи, просто вставь или что-нибудь с картой сделай, просто вставь, наверное. С какой стороны? Вот этой? У меня тень. Вот такой обзор. Это мой Даяне. Вообще. Вот такая у меня хайп-футболка, Ляна. Ляна не свою отправила. А, я сделала распаковку, вот она. Мои бедные берут тебя в ночи, как дела? I'm broke. Дебильная шторка, мне она не нравится. Сейчас чай будем пить. И спать, наверное, все. Всем точно пока. Это было все. Снимаю концовку здесь. Ну, такая вставочка. Потому что дома мне не нравятся мои обои. И потом париться насчет того, чтобы выбрать красивый фон. Знаете, это так долго. Не забываем про мои соцсети, Телеграм, Инстаграм особенно. Вот, все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Можете делиться своими опытами переезда где-нибудь. Вот. Будет интересно почитать, потому что я вот сейчас коплю эту информацию в своей голове, держу как-то. Все, точно пока.